Всем привет. Аделя, стой. Машину надо посмотреть. А теперь идем. Идем, Аделя. Знает, как дорогу приходить. Наученная. Да? Наученная? Или ты наученная? Маруся. Спасибо, Маруся. За то, что ты была у Ларисы, чухалась. Да, целебных блох начухала. Спасибо. А это что такое? Аделя, ты тигра? Что? Все? Все, Аделя? Это твои кошачьи выдригоны? Что? Кушать идем? Идем. Руся, где Томас? Где Гарибальди? Это у него фамилия. У нее фамилия Гарибальди, да? Томас, Дона, Томас Гарибальди. А ты кто тогда? Со своей сестрой, семиюродной, на киселе. Идем. Так, я так понял, вы одну банку захавали, да? Молодцы. Ну, я знал, что вы одну банку захаваете, поэтому я поставлю сейчас еще одну. Аделя. Сейчас. Где Маруся? Опа! И дочь здесь. Ну все. Сегодня все в сборе. Сейчас, подождите. Тихо. Дона Томас Гарибальди. Все. Молодцы. Это вы здесь разгон устраиваете, а? По материнской линии. Дедели, все нормально. Да, змея сейчас корм получит и все. Прибежали девушки. Давай, Томас, морду суй. Где твоя морда? Где морда, а? Так, это Томасу. Это Аделе. Персонально. А, Аделя не хочет. Дочь хочет. Дочь. Давай, кушай, дочь. Кушай, я Аделе насыплю. На, Аделя. Иди сюда. Ешь. Маруся, иди сюда. Иди сюда. Это реакция Томаса. Сегодня мы такие с расстоянием в 1 метр послушные девушки. Петь вы умеете. Значит, сеньора дочь, ты тоже Гарибальди, да? И дизельчик Гарибальди. Обалдеть. Все Гарибальди. Так, маленькое приветствие на камеру. Говорим, а? Томас, говорим приветствие? Не хотим? Не хотим. Ладно, действительно, что это я? Ну что, дочь здесь, это уже хорошо. Дочь здесь. Это уже хорошо. Вон у них расстояние какое у всех. Называется «Попробуй
захвати. По диагонали, что ли? Да. Вот по диагонали они хорошо помещаются. Фух. Так вот, когда нагибаешься, потом опять встаешь, потом опять нагибаешься. И еще нужно в это время снимать. Ну, нагибаешься, там воды налить, корм насыпать. Еще в это время нужно снимать их. Конечно. А они как эти. Очень быстрые улитки. О, и что? Что это такое? Одна уже все. Томас, я обалден над тобой, а? Томас. Ну, красавица. Идем на парапетик пока, а? Пока они там кушают. Идем на парапетик. Идем, Томас. Пошли. Томас, кучами накладываешь. Лиса. Бегай. Бегай. Томас, бегай. Бегай. Томсик. Что там? Кто там? Бегай. Ну, бегай. Бегай. Томасик. Бегай. Ну? Ты не хочешь бегать? Бегай. Молодец. Хорошая кисонька. Хорошая. Да. Самое главное, дикая, а усищи-то какие у тебя офигенные. Ну-ка, сейчас настроится камера. Молодец, хорошая кисонька, да. Очень хорошая. Ты же хорошая кисонька, Томас? М? Да? Ты какая кися. Ну идем к девочкам. Вон дочка пьет водичку. Идем. Так, еще одна потеряла интерес к писче сегодняшней. Ага, ясное дело, у меня же под ногами Томас. Как же тебе... А, вот она, твоя голова. Это воспитание Адели за то, что она очень много съела курицы вареной. То он тогда в парке ей ответил в тот же день, а сейчас он хочет ей напомнить. Ты зачем ела курицу вареную? Зачем ты съедаешь корм от всех, а? И дочь убежала, отвлекла Томаса. Куда? А, к детишкам. Все, интерес потерян. Да, Аделя? У меня Томас под ногами, поэтому Аделя. О-о-о. Воспитание продолжается. Да? Где Томас? М? Где Томасик? Что, Аделя? Она, Аделя, сильная. Но Томасик еще сильнее. Он один раз сцепился с Марусей в клубок. В самом начале знакомства. Да. А хвостом Томас бьет меня по ноге. Сейчас сцепятся ведь. Аделя что-то хвостом перестала махать.
Да, девочки. И что? Будете продолжать? Хотите в крепком поцелуе сцепиться? Да. Я камеру держу, телефон в руке, как обычно, но рука у меня отведена назад и в локте согнута. Такое впечатление, что я это... апперкот хочу сделать. Но только потому, что мне ноги, если я сейчас отодвину, у них позиция изменится. Аделя увидит, что я ноги отодвигаю и дернет. Кстати, как Маруся поживает? Вон Маруся, она в порядке. Она наблюдает за... Наблюдаешь ты? Нет. Не наблюдает за ситуацией. Сейчас, где тут девушки? Вот они. Да. Ну что, успокоились? А, подружки? Сестры по своему парковому значению. Ах, ноги переместил. Вот они у меня устали. Так. И так, наверное, лучше всего. Да. А если еще Маруся попадет в кадр как зритель оной сцены. Вон она. Ну что, договорились за прямоугольным столом о мире, а, девочки? Хорошая сцена, конечно, была. Пока Томас отвернулся, Маруся решила поближе подойти. Адель, вот видишь, что значит получить от своей сестры парковой кое-какие-нибудь претензии из-за того, что ты от детей. О, пришла красавица. И кто это у нас? А? Хвост черный? Черный. Значит, это брат. Брат. Дочери. Да. А вот и маленькая какашка прибежала черная. Аделя убежала. Томас. Я забыл, Роберт он или кто. Сейчас Томас сделает за свою детишку. Там детишка его. Томас, это же твои дети все. В разных поколениях. Аделя ноги сделала. Так, я пока отвлеку момент. Вот Маруся. Она пока еще лежит, наблюдает. Аделя, ушли далеко. А Томас прогнал своего сына. Сейчас я с другой стороны зайду. Очень важный момент. Здесь сыночек Томаса, маленький, которого он скрывал вот в тех кустах. А вот беленькая. Это беленькая кисонька, детишка. А вот черненькая. Ой, какой писк вообще. Да, ребята. Там собака просто гуляет. Обалдеть. Вообще. Да, девочки и мальчики. Братик, братик, братик. Дай мне покушать корм. Да кушай, кушай. Роберт, по-моему, или Рудольф. Как его? Адольф? Как же его зовут? Мы его переименовали. Чарли, у него белый кончик хвостика. А это другой кот. Потом поправлюсь. А малыш какой?
Белый, конечно, где-то гуляет. Ну, по крайней мере. Неужели это дочери котята, а? Или Томас их вывел нам показать? Все-таки он это сделал, Томас. Но этот вообще... Это вот смесь черныша, агаши. Руся, куда? Куда ты пошла? Смесь черныша, агаши. Ну-ка, куда она пошла? Маруся, ты что, боишься вечерних посиделок кошачьих, а? Вот она спряталась. Хорошо. А вот здесь кто у нас есть? Ну, эти нам уже знакомы. А вот еще. Вот мама Томас сидит. Мурчит сладко. А вот эти красавицы. Да, ну что я вам скажу. Хорошая. Куда? Сейчас Томас тебе сделает. Джульберт, ты уж поаккуратней с этими хрюнчатами маленькими. А то Томас быстро тебе, как даже глядя на то, что ты его сын от дочериного потомства. Даже глядя, он тебе скажет заключительное слово. К водичке пробираемся. Ты как пьешь? Тоже вверх ногами, как мама? Дишь. Нет, нормально пьешь. Правильно, молодец. Ну что я вам скажу? Томас привел к нам своих кисонек. Когда я был с ним там, и он сидел на, она сидела на парапете, она до этого в кусты заглянула, она говорит им: давайте, готовьтесь, дяди познакомиться придете, да, который приносит корм нам, да. Ну что, я могу только поздравить Томасика с очередными его... Они одновременно с дочкой родили. У дочки свои пингвинчики, а у Томаса свои пингвинчики. Вот так вот. А это надзиратель уже, нянь. Вот так вот. Ну что, оставляю вас. Спасибо за шоу. Спасибо за эту часть сериала. Ларисе спасибо за то, что она мне сказала: возьми камеру и сними видео. Я говорю: ну, если что, будет интересное. Ага. Вот оно интересное. Оно здесь все интересное, да. Все, Томас, я ухожу. Бай-бай, все. Бай-бай. Бай-бай всем, да. Спасибо, бай-бай. Там Марусе скажи, чтобы она сюда пришла. Скажу. Ладно. Наслаждайтесь. Я ухожу. Мама, мама, дядя уходит. Ну и что? Ну как, ну и что? А корм? Завтра придет, завтра принесет. Хорошо? Все, девочки, мальчики, бай-бай. Сейчас увидите сцену. Очень позднюю. Кстати, до сцены. Ну, какие у нас облака. Серьезные. А вот сцена будет называться. Вот Аделя ползет. И вот Маруся сидит в горшке. Сцена будет называться: ты, уходя, нам дай чуть-чуть покушать корма. Да, дам, дам. Дам. Да. Уходя, я вам дам. Только я вам дам чуть выше. Потому что если вы оставите, то хоть...
томасовским котятам останется. Хорошо? Сейчас. Сейчас. Идемте сюда. Ой, Наталья. Тебе и тебе. Все. Том, Маруся, иди кушать. Иди ешь. Иди ешь. 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 Я заберу. Маруся. Маруся. Что это такое вообще, а? Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Маруся, мать Тереза. Иди сюда. Сейчас заберу. Маруся, заберу. Иди сюда. На. На, иди ешь. Маруся. Иди сюда. Где ты? Иди сюда. На. На, ешь. Ешь. Какая противная. Заберу сейчас. Ешь. Ешь, заберу. Давай. Ешь. Садись, ешь. Давай, 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 садись. Маруся. Да не тронет она тебя, я сейчас прогоню, если ты хочешь. Иди сюда. Ты посмотри, какой характер, а. На, иди сюда. На, Маруся, на. На, иди сюда. Иди, иди, иди. Иди, Дана, Маруся. Да, 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 да. Фух, Аделя, ты меня запарила, иди. Маруся, кушай, садись. Садись кушать. Вот так сумку поставлю. Да, иди кушать, иди сюда. Иди сюда. На. Маруся. Иди сюда. Маруся. Маруся. Иди сюда. Кушать, на. Садись. Ешь. Хорошо, сядь. Ешь. Ешь. Ешь, я сказал. Она все равно лежит. Это дикая разгильдяйка. Воровка. Все, девочки, надеюсь, вы здесь пришились, а я могу уйти, да? Все, Аделя, все, скажи всем бай-бай. Бай-бай, скажи всем. Да, вы крутасы кошачьи свои. Да-да-да-да-да-да-да. Ой, довольная в доску. У вас в парке пополнение, так что радуйтесь. Все, все, бай-бай вам. Бай-бай, уже темно. Все, бай-бай.